Ноги на ширине плеч. Вращаем руками вперед. Разминка и пробежка. Правильный настрой на выходные. Ребята из спортивных объединений «Живу спортом», «Русский спорт» и «Русские пробежки» организовали большую открытую тренировку. Всеми семьями нужно бегать, заниматься спортом, развиваться не только физически, но и нравственно, и духовно. Мы за такое проведение праздников. На центральной площади Одинцова настоящий спортивный марафон. Участники здесь от мала до велика. Игорь и его семья поддерживают здоровый образ жизни, занимаются волейболом и тренируются на свежем воздухе. Активность мы любим, приехали поддержать. Мы за, как сказать, начинание все эти поддерживаем. Мы очень рады, что у нас в Одинцово проходят такие мероприятия. Встречать праздники трезво – девиз одинцовских любителей спорта. Ну а присоединиться может каждый. Нужно только желание, отмечают организаторы. У нас есть ребята, которые соединяются. Они, некоторые занимаются грэпплингом, боксом, бегаем, ездим по России, различные марафоны, полумарафоны. То есть участвуем, есть какие-то группы людей, есть пляски, танцы. И каждый находит себе нужное и участвует. Жить спортом полезно и здорово, особенно при таком разнообразии активностей. Следующая пробежка состоится 1 января. Присоединяйтесь. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».